Прием объяснения – это форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом событии, раскрываются сущность и причины его вызвавшие, объясняются внутренние связи процессов и явлений. Прием объяснения характерен для экскурсий с показом произведений изобразительного искусства. В архитектурной экскурсии с помощью этого приема выявляются особенности конструкции здания, характерные черты целого ансамбля. При этом рассказ об объекте носит доказательный характер. В руках Войта вы видите привилей великого князя литовского, русского, жемайского и иных земель Александра Ягеллончика. 1499 года о наделении Минска правом на самоуправление или же на магдебургское право. Так вот, почему же великий князь литовский вдруг решил Минск наделить этим правом? Дело все в непростых внутриполитических элементах борьбы в Великом княжестве Литовского в конце 15 века. И великому князю Литовскому Александру была необходима поддержка городов. А практически все города были крайне заинтересованы в получении магдебургского права, право на свой суд, право на свое управление, которое непосредственно влекло развитие деловой активности и экономический расцвет. Поэтому великий князь Литовский Александр в своем противостоянии с крупными магнатами, с крупной аристократией, делал ставку на горожан, на мещан и в том числе на минчан. И решил закрепить их поддержку вот этим самым документом.